Сейчас я заехал в гранатовый сад. Вот гранаты трескаются, лопаются. Представляете, все абсолютно в гранатах. Такое вот чудо гранатовое. Поход в гранатовый сад увенчался успехом. Очень сладкий, очень сочный, очень вкусный. Сейчас буду чистить большой столовой ложкой. Для чего гранаты нужны? Для улучшения крови, гемоглобина, красных телец. Здесь вообще все витамины находятся. Вот такие вот гранатики, друзья мои. Будьте счастливы, будьте здоровы, кушайте гранаты. Всего доброго. С вами был Юрий Журавлев, гранатный сборщик. Все, пока.